Снова всем привет. Продолжаем прохождение Mass Effect 3. И в этой серии отправимся поесть суши с Джокером. Нас вроде он пригласил. Погнали. Да, тут коридор есть, оказывается. Нифига. А, здесь просто выход. Ага, капитан Шепард, ваш столик готов? Француз меня порадовал. А где? А, вот он. Чем могу помочь, месье? Да я так оглядеться. Превосходно, месье. Приятного вам вечера. Смотрите, здесь аквариум, нифига себе, смотрите. Классно. Да, это живая рыба. Нет, я не позирую для фотографий. Смотрите-ка, у них тут сет, прям роллы, суши. Хорошо. Добрый вечер. Джентльмены не желают выпить? Может быть, позже. У меня встреча с друзьями. Превосходно, сэр. Приятного вам вечера. Отлично. А он Джокер. Смотрите, прям тут так неплохо. Прикольно. Так, ай. Эй, Шепард, неплохо, да? Сразу видно, серьезное место. Один француз на входе чего стоит. Всего-то и пришлось два раза спасти галактику, чтобы заказать тут столик. Видел, какая там очередь? Ну вот я и здесь, сижу и пью. Лучший пилот во вселенной, а еще и рок-звезда. Новости с Нормандии есть? Знаешь, там сейчас техники. Трудно привыкнуть, что по моему кораблю, по твоему кораблю шатаются какие-то типы. Сейчас самое время поставить корабль на прикол, пусть им займутся техники. Да, ты прав. Масло сменить, развал схождения. Верно. Поверь, корабль будет лучше. Ой, да тебе-то я верю. А вот насчет инженеров не уверен. Они всегда столовое серебро тырят. Пусть хоть когда-то другие поработают. Хакет ведь переказал. Ты в отпуске. Хочу я того или нет? Я уверен, ты справишься. Мне бы сейчас коктейль с зонтиком. Я первый спектр среди людей. Организую тебе сразу два. Классно ты пользуешься полномочиями, босс. Итак, ты мне писал, что дело срочное. Что случилось? Я писал? Это я от тебя письмо получил, вот и пришел. Что за... Я ничего не писал. Капитан! Простите. Дела Альянса. Капитан, это срочно. Это явно не коктейль с зонтиком. Капитан Шепард, я штабной аналитик Майя Брукс, Альянс. Простите. Разведка Альянса. Вас кто-то пытается убить. Да, мне кажется, он в курсе. Нет, я не про Цербер и Жнецов. Я про других. Есть другие. Они... Это... Ну, кто-то взламывает вашу учетную запись. Каналы связи, личные данные. Охота идет конкретно на вас. Охотятся на меня? Что им нужно? Слишком мало данных, чтобы точно судить. Я как-то пыталась принять решение при недостатке данных, и мы чуть не высадили десант на газовый гигант. А это плохо. Погодите, Брукс. Успокойтесь. Все по порядку. Что вам известно?
Простите, на вас не заказан столик. Добрый вечер, дамы и господа. Позвольте разнообразить ваш сегодняшний вечер актом насилия. Ложись. Черт возьми, обожаю шоу-бизнес. Рассредоточьтесь, ребята. Найдите мне Шепарда. Оставайтесь там, я выхожу. Джокер. О, печенка моя. Проклятие. Иди сюда. Ищи команду, я иду за ней. Найти команду. Есть. Эй! Ты что, использовал меня как приманку? Иди. Ты использовал меня как приманку? Не, вы видели? Спаситель Цитадели использует больного человека как приманку. Как приманку. Это он. Брус, я здесь. Держись. Откуда у него оружие? Проклятие. Нет, отцепись. Так, мне надо спасти ту, да? Давай, побежали к нему, к ней сразу. Брукс, не высовывайся. Я стараюсь. Не стреляйте в меня. Брукс! Капитан, я нашла защищенный терминал. Вы там как, в порядке? Ага. Лучше некуда. Брукс, вы ранены? Я знаю. Я использовал панцирин, причем немало. Ну, если честно, то весь. Вот теперь и колотит немного. Мне кажется, вы переборщили. Так я могу помочь? Ну, с чем-нибудь. Известите СБЦ, я поищу выход. Охренеть, мы еще в этой части цитадели не были. Ну пойдемте выбираться отсюда. Так, перезарядить. Так, у нас 6 гранат и мало патронов. Пистолет, блин, что за пистолет? Это пистолет наемников. Нам куда? А, просто найти на... Фу, я думал, это наемники. Охренеть. А, там рабочие. Ладно. А, нам вот сюда, сюда, сюда. А вот здесь что-то есть? А, нет, я здесь не перепрыгну. Ладно, погнали. Ты кто? Ребят, мне плевать, что старые температурные датчики все еще работают. Установите новые по всей секции. У клиента есть разрешение на работу, и он хочет начать немедленно. Тем более, что он заплатил вперед с безумной наценкой. Сделайте это. Бакфрай. Воздух Цитадели.
Хорошо. Брукс, на той стороне есть аэрокары. Возможно, и посадочная площадка. Проверяю окрестности. Транспорта нет, пищи нет, прачечная. А, это стоянка аэрокаров. Сижн Моторс. Летите туда на шаттле, я доберусь. Окей, поняла. Ну, СБЦ, похоже, там все перекрыло. Короче, с шаттлом могут возникнуть сложности. Не сдавайтесь, Брукс. А, да, кстати, на связь не выходите, если только со мной. Канал взломан, наверное, вас так и нашли. Кто они такие вообще? Я не знаю, но вы им, похоже, не нравитесь. Да, я уже понял. Вот эту штуку я сейчас грохну, она меня раздражает. Я знаю, что эта зона, блин, опасная. Иди отсюда. Так. Ага, нам сюда. Да, в такой шкурке не похоже. А, это холодильник, это рыба. Нифига себе, это хранилище. Это морозильная камера. Привет, такой пофигу. Привет. А, кстати, насчет курева. Никто в галактике не курил, пока люди... Пока люди не вышли, так скажем, в свет, в галактику. Они привычку сделали другим расам курить. Это мы в кодексах читали. Что никто не курил. Так, ну, пойдемте. А чё это? А, это магазин, там мясо какое-то там. Это рынок. Ну, правда, какой-то странный. Ну ладно, пусть будет. Передовой отряд облажался. Шепард был без оружия. Что за идиоты? Ах ты, гады. Ну, идите сюда тогда. Я жду вас. Нет, не хотите? Я понял. Они жесткие, у меня вообще ничего нет. Ой-ой-ой. Итак, и где ты? Ага, вот ты где. Мы так будем долго. Кто-то здесь рядом. Так, с этим разобраться надо. Шепард, ты меня слышишь? Ты как? В порядке, но помощь не помешала бы. Ты меня напугал. Джокер рассказал мне, что случилось. Я иду пешком, тут недалеко. Простите, кто это? Вы говорите по открытому каналу и подвергаете опасности жизни капитана Шепарда. Что? Кто это? Спокойно. Джокер ведь говорил об аналитике Брукс. Это она. Слушайте, что она говорит. Так... Ну, это просто, я не знаю, меня выносит сразу. 2-3 выстрела и все, и нет. Не говоря уже про бомбы, которые кидают. Так, у нас полная. Это вот просто мясо, это рынок, точно. Мы не производим ничего со вкусом Крогана или жареных Азари. Таким бизнесом мы не занимаемся. Пожалуйста, при составлении заказа используйте только информацию из официального каталога. С уважением, Грет Баст, директор по поставкам компании «Просто мясо».
Так. Выносят сразу. Странное мясо. Хотя обычное. Ну нет, 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 нет. Как с ними бороться? Это невозможно. Не пойму, что там. Гадство. Ну выгляни. Еще один где-то. Закончились. У меня боеприпасы закончились. Во, есть. Да что ж такое? Говорит Гарус. Я слышал, ты в беде. Все идут к тебе. Рад это слышать. Дела тут идут, неважно. Стал бы я иначе заморачиваться. Дыньки. Нифига себе. Ну, по крайней мере, на дыньки похоже. А там хрен знает, что это. Ой, что такое? Типа КПКшки. Бородатых времен. О, улучшение. Энергетический усилитель. Так, сейчас я боеприпасы под... А, нам туда. Все. Там какой-то терминал непонятный. А, 250. А, это типа магазин КПК, что ли? А вот сами статуэтки, который Андерсон покупал. Наверное, в этом магазине бродил здесь, гулял. Что там? А, типа, это самая эвакуация. Кредиты. Хорошо. Фестус, я знаю, что ты облизываешь фрукты в мое отсутствие. Прекращай это, я серьезно, Б. Что за фигня? Кто такой? И что такое? Я больше здесь покупать не буду фрукты. Брокс, я нашел проход. Но там закрыто. Точно, ведь все оцеплено. Локдаун. Вы можете пройти? Постараюсь открыть замки. Так, это вот это, да? Я думаю, здесь разбить. А, нет, просто открыть. Требуется разрешение СБЦ. Подтверждаю разрешение спектра. Доступ спектра принят. Черт. Шепард, какого черта? Мне аж там все слышно. Все под контролем. Это что, тревога? Что вообще там происходит? Я решил, что так будет интересней. Конечно, кто бы сомневался. Ш-
Шепард, Брукс переслала мне координаты стоянки аэрокаров. Скорее туда. Отлично. Что мы знаем об этих ребятах? У них много оружия, и я им не нравлюсь. Прям гора с плеч. Спасибо. Капитан, вам сейчас лучше не выходить на связь. Эй, позвонили мне. Так, пока хедшотики раздаем, все идет норм. Ой-ой-ой. Слышите, тревога. Шепард где-то тут. Ах ты, гадина. Ай-яй-яй, не вовремя перезарядочка. А, там еще один есть, да? Ой, он далеко. Все, свободны. Блин, напугали. Шаста, дорогуша, слушай, тебе нельзя говорить такое Джиали. Джиали? Что-то знакомое. Она слетит с катушек. Клянусь, ее синюю голову просто разорвет. Я сомневаюсь, что ее отец был ворка. Сильно сомневаюсь. Ну и кредитики осели. Так, ну здесь ничего нет. А, ну здесь можно еще посмотреть. Ох ты ж, блин. А, гадство, спрятался, да? А, и там еще улучшение. Переменные. У меня есть доступ, и сейчас мы устроим экстра стрим. Начинаю вырубаться от боли. А, да. Гипа, гипстер. Гуд, что-то. Ладно, парень, я реально отру. Что-то тут вообще гуляет. Конкретно, короче, гуляет. Я не хочу с этими штуками встречаться. Давайте немножко отбежим. Они меня просто вырубают сразу. Сидит скотина там. А, и там их двое. Капитан, если доберетесь до стоянки аэрокаров, сможете сесть на шаттл СБЦ. Тебя понял. Ну все. Брукс, все. Нет, конец. Нет, не так. Брукс, черт.
Брукс запуталась. Как правильно подача информации давать. Так, что у меня с патронами, боеприпасами? От слова совсем ничего? Я помню, там лежали какие-то. У нас вроде как бы полные были, но... Нет. Нет их. Ладно, погнали. Но пока жестковато. Немножко у меня нет гранат. А, во, есть. О, а это что? Во, хорошо. И что-то подобрали еще. Всему персоналу. Мне стало известно, что некоторые из вас подумывают о смене работы и хотят вкалывать на этих салачей из МИКа. Они никогда не позаботятся о вас так, как забочусь я. Я супер забочусь о вас. И это хорошая забота. Не ужасная. Солоциум Вес. Менеджер радиационные пояса Ван Алина. Хорошо. Так. Ага, замечательно. Так, здесь ничего. Там боеприпасы были. Но у меня уже полные. Чё это там? А, нет. А, здесь опасно находиться. Они по кому-то стреляют. Что, не задался денек, Шепард? Можно сказать и так. Посадочная площадка недалеко, но ворота там заперты. Поищем панель управления. Славный костюмчик. Панель управления, ясно. Говорят, ты разбил аквариум. Давай об этом потом поговорим. Жаль все-таки. Там такие суши. Мы об этом поговорим потом. Приятно, что видишь. Прибежал. Ух ты, это что? А зачем? Сижен-крепыш. Собран вручную в промышленных резервуарах, наполненных фильтрованной родниковой водой, поставляемой с чистейших ледников Имении. Сижен-крепыш не просто машина. Это выбор всей вашей жизни. Сижен Моторс гарантирует. Снакл Веннер, управляющий Сижен Моторс. А, это тачки посмотреть? Ну а чё, почему его нет? Сижен храбрец. Ищете что-то особенное? Что-то такое, от чего даже ваши соседи Азари обзавидуются и позеленеют? Сижен храбрец. Большего вам не нужно. Эта суровая красота не просто способ попасть с одного роскошного приема на другой. Это возможность заодно окунуться в море восхищенных взглядов. Лучший выбор вашей вселенной. Или я не Снакл Веннер. Снакл Веннер, управляющий Сижен Моторс. Интересно. Сижен герой. Всегда хотели встретиться с опасностью в своем собственном безопасном аэрокаре? Желаете исследовать бесконечное очарование неизвестности и быть дома к ужину? Положитесь на Сижен Герой. Сильный, бесшумный и всегда готовый к сражениям на самых популярных улицах города. Вздохните легко, Сижен Моторс. Снакл Веннер, управляющий Сижен Моторс. Интересно. Вот это, наверное, самая крутая тачка. Блин, ну, все читать как-то не особо хочется. Потому что, ну, машины и машины, и хер с ним. Найдите панель управления воротами. А, это здесь, да? Сейчас, секунду. О, есть что-то. Это хорошо. Кредиты. Так, ну, я думаю, что сейчас будет очередной бой. Да, жаль, костюмчика нашего нет. Подождите, там точно все? А, ну да, там ничего нет. Ну да. Отойди. А, подожди. Вы бы не могли открыть ворота?
Спасибо. Пожалуйста, уходите. Я так могу. И так, я тоже так могу, говорит. До зоны эвакуации. Что-то мне как-то стремновато сюда идти. Рекс, что ты здесь делаешь? Да так, лаемся с советом насчет расширения Кроганов. Шепард, мы отсюда сможем выбраться? Рекс, я же профессионал. Это не ответ. Но не отрицание. Капитан. Джокер, ну и где транспорт? Ты где? Уже на подходе. Подобрал Брукс. Решил, что вы захотите с ней побеседовать. Так и есть. Кажется, я рад вернуться. Да. Капитан, вас нашла СБЦ? Вы в порядке? И да, и нет. На корабле СБЦ наемники. Что? Я тут немного занят. Ой, простите, мы скоро будем. Мы уже скоро, капитан. Держитесь. Чё-то слишком плотно, слушайте-ка. Приближаюсь к тебе, капитан. Иду на стрельбу. Понял тебя. Извини, опоздал. Пейзажем любовался. Пейзажем? Мы 4 раза чуть не разбились. Ты где водить вообще учился? Брукс передает привет. Скорее в шаттл. Можно лететь, капитан. Почему он такой крепкий? Я его не могу разобрать. Надо уходить, капитан. Подождите, весело пока.
Это прям... Что мне сделать? Ага. Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит? Да, кто это был? Вооружены до зубов, летают на шаттлах СБЦ. Я не знаю, впервые их вижу. Не могу поверить, как вы выжили. У них же были винтовки, и гранаты, и еще дроны эти. Все нормально. Я свяжусь с капитаном Бейли, узнаю, что творится в СБЦ. Ладно, хорошая идея. Подождите, но ведь на того, с кем вы свяжетесь, тоже начнут охоту. Она права, Шепард. Пока мы не узнаем больше, так рисковать не стоит. Хорошо. Будем пока разбираться сами. Точно. Сами. Своими силами. Незаконно. Ладно. Хорошо. Брук, все нормально. Я понимаю, что дело серьезное. В меня стреляли. Да, у меня был панацелин, но ведь я специально пошла на кабинетную работу, чтобы целее быть. А вы убили сотню врагов из пистолета. Ну да, не без этого. А я к тому... Кто на такое способен? Нет, ну вы да, ну кроме вас, кто? Мне говорили, панацелин дает по нервам. Я очень нервная. Как вы вообще в это ввязались? Я анализирую данные для разведки Альянса, борюсь с подделкой офицерских удостоверений. К примеру, чтобы никто не мог пройти в ночной клуб по адмиральскому пропуску, если этот адмирал сейчас воюет на Тучанке. Я написала отслеживающую программу. Здорово вышло. Я ее назвала мистер Печенька в честь своего кота. Брукс. Верно, простите. Короче, мистер Пи, моя программа обнаружила уязвимость в вашей системе хранения секретных файлов. И скоро через нее уплыли все ваши данные. Личные дела команды, доклады по заданиям, все. Из каких это пор хакеры ввязываются в перестрелку? Вы подумайте, что могут сделать преступники, если у них будут коды доступа Шепарда? Или даже коды спектров? Потому-то они и хотят тебя убить, Шепард. Чтобы никто не остановил их до того, как они нанесут удар. Хорошо. Узнаем тогда, кто они такие, и покончим с ними. Идеи есть? Возможно. Ты подобрал пистолет. Такой крохотный, а так сильно бьет. В первый раз вижу подобное. Позвольте взглянуть. Может, я смогу помочь? Глиф? Я начну сортировку данных для анализа, доктор Тессони. Лиара? Шепард. Рада видеть тебя в добром здравии. Жаль только, что суши-бар разгромили. Мой любимый был. Что поделать? Хорошо, Лиара работает. А что насчет остальной команды? Да, что там с этими лодырями? Джокер, весь в работе, смотрю. Нашел вам тех, кто любит, когда в них стреляют. Разрешите взойти на борт, Шепард? Все в сборе, можно сказать, да? Получается. Основная цель. Узнать о заговоре против вас. Цитадель кража личности. Данные обновлены. И финансирование 15 тысяч. Немножко замешкался в конце. Точно все? Так, там Брукс. Картес. У меня такое ощущение, что не все. Нет, не все. Тут куча еще народу нет. О, такая. На стрёме сразу. Ну что, друзья, давайте, наверное, в следующей серии это продолжим. Узнаем вообще, кто нападал на Шепарда. Что за типы вообще какие-то непонятные. Ну это понятно. Кто-то... Ну это наемники. Там было написано, что это не наемники. А кто их нанял, неизвестно. Спасибо, что посмотрели это видео. Довольно большое получилось видео, блин. Это DLC-ха, по-моему. Это даже дополнение, да, к третьей части. Спасибо, что посмотрели. Обязательно оцениваем, подписываемся, комментируем, делимся этим видео. Если хотите помочь каналу, можете перейти по ссылкам ниже на Boosty и Donation Alerts. Это поспособствует более частому выходу видео. Всем счастливо и всем пока!